вопросы эти звучат с самых разных сторон и касаются не только кинематографии. Ну, скажем, в последнее время очень много запросов поступает от библиотечных работников, которые не понимают, что им делать с книгами. Лиц, объявленных иноагентами авторов, да, лиц, которые уже подверглись судебному преследованию вот по этим очень серьезным статьям, а некоторые из них просто внесены в список террористов и экстремистов, как тот же Акунин. Что делать с этой литературой, от которой библиотекари с радостью готовы избавиться, но пока они этого на законных основаниях сделать не могут? Это очень важный вопрос, комитет сейчас наш над этим, так сказать, упорно работает.